Друзья, добрый день! Сегодня мы представляем лук Марк. Это подростковый лук, бамбуковая склейка, специально создан для начинающих стрелков. Представляет свой ламинат из трех слоев древесины, бамбук, ясень, бамбук. Предназначен, как я уже сказал, для подростков. Длина лука погибающей 1,50 м, поэтому рекомендуемый рост стрелка от 1,40 м до 1,67 м. Итак, самое первое. Одеваем тетиву. Вот, тетива одета, после чего новый лук нужно немножко разогреть, разработать. Для этого нужно несколько десятков раз натянуть лук не на полную длину, а сначала на треть, потом на половину, потом уже можно и на полную длину. Сначала начинаем потихоньку разминать, растягивать. И так где-то раз 50-60, чтобы лук разработался, привык к своей будущей работе. Представляет собой трехслойную склейку. Бамбук, ясень и бамбук. То есть на ясеневой основе бамбуковое усиление. В середине лука сделана кожаная накладка на рукоять, а также защитный хлястик, полочка для стрельбы. На луке стоит докроновая тетива. Сам лук, как я уже говорил, имеет длину 1,50 м погибающий и предназначен для стрелков ростом от 1,40 м до 1,67 м, то есть для подростков. Максимальный рекомендуемый вытяг для данного лука, то есть максимальная рекомендуемая длина стрелы для данного лука, 75 см.